Чечевица, которую часто ворует синица, которая в темном чулане хранится. Но она у нас там не хранится, она у нас на свету стоит и прорастает. Вот она проклюнулась, красавица. Сейчас мы ее будем делать из нее лоббио и пюре чечевичное. Оно, в отличие от горохового, не осклизняет организм. Хорошо выводится, очищающим детокс действием обладает. И отлично насыщает белками, как мясо, вместо мяса. Сытная еда, не забивающая нас с утра. Можно ее немного облить кипяточком. Они еще сильнее начинают прорастать, росточки от кипяточка даже у бобовых. Такая есть особенность. Чем макать кипяточком в блендере, собьем пюре со специями и поедим.